Медитация – это очень простая техника, которая приближает нас к реальности, приближает нас к тому, что есть, без фантазии. Всегда беспокойство, суета, страх, какая-то негативная эмоция всегда берутся из нашей фантазии, из того, что мы о чем-то начинаем думать, потом начинаем накручивать себе, потом начинаем привязываться к этому. А когда мы возвращаемся к дыханию, там тихо, там спокойно. Есть вдох и выдох. Там нету страхов никаких. Там нету никаких опасений. Там нету никаких сожалений. Там нету никакого желания. Тело очень спокойное.